В этом году чемпионат региональных учительских клубов богат на импровизации. Каждое задание, будь то визитка или проведение классного часа, базировалось на умении быстро настроиться на нужный лад. Мастер-классы от признанных мастеров и презентации собственных разработок. Организаторы раскрывают секрет. Темы командам достались по жребию, поэтому подготовиться заранее не было возможным. Нам необходимо было разработать проект для этой школы, для Ишевского многопрофильного лицея. И нам досталась тема музей, потому что в этой школе музея нет. И мы совместно с педагогами Ишевского лицея разработали проект интерактивного музея как креативного пространства, для, как площадки для объединения творческой молодежи. Открыть что-то новое в себе и в других, почерпнуть у коллег знания, умения и навыки – три кита педагогического процесса. Не только вложить знания в ученические головы, но и расширить собственный кругозор. Как отметили участники конкурса, это всегда возможно, если учитель пришел в профессию осознанным. Ульяновская область снова пионер. Учительский командный чемпионат – это наше изобретение. Состязательные площадки школы Ульяновской и районов, по мнению участников из других регионов, достойный пример для подражания. Здесь я увидела вот этот вот общий дух, где именно это корпоративный дух, его можно увидеть в топ-корпорациях каких-то, да? Здесь он формируется на уровне школ. И вот это я обязательно увезу к нам. Я уже отправляю фотографии, поэтому я надеюсь, что у нас тоже будет что-то подобное. Учитель – это оратор, он привык быть флагманом, поэтому слаженная работа всей региональной команды – это заслуга каждого ее представителя. Сработаться непросто в силу занятости и географической разобщенности. На помощь пришли современные технологии в режиме онлайн. Судить конкурсантов также было сложно, ведь члены жюри – это их коллеги, педагоги. Очень интересны все команды. Очень почувствовали вот дух этого состязания. Но программа очень, конечно, загружена, но так, наверное, и должно быть. Мы даже не успели еще вот Ульяновск так до конца посмотреть и побродить по улочкам, потому что постоянно работа. Ну, настоящие курсы повышения квалификации. Последний соревновательный день и долгожданное подведение итогов. Губернатор Сергей Морозов в своем обращении к участникам чемпионата подчеркнул, что в нашем регионе развитие образования – это приоритетное направление. Ведь именно образование позволяет достигать высот в различных отраслях – медицине, экономике, энергетике, машиностроении. По итогам всех состязаний наилучший результат показал учительский клуб из северной столицы. Серебро у волгоградцев, на третьем месте – Рязанская область. Но по традиции в таких соревнованиях побеждает дружба и желание стать лучше, перенять опыт и поделиться своим. Сделать школу не просто общественным институтом, а настоящим креативным пространством, свободным от рутины и открытым к творческому поиску. Вера Мещерякова, Александр Кретинин, репортер 73.